волосы? Нет. Да ладно, такая с красными волосами. Красная вдова. Нет, красная вдова. Волос по-любому Соломон. Хотя мне кажется, он родился мужиком. Пацаны, спрячьтесь. Более приватно. Саша. Да, тема сисек не раскрыта. Зато у нее легкие чистые. С мобильной электронной медкартой все данные о вашем здоровье всегда под рукой. Как ими воспользоваться? Решайте сами. Электронная медицинская карта теперь в вашем смартфоне.